Сегодня день рождения одной из участниц – Анастасии Лавренчук. Красавицу поздравили родители и маленькая сестренка. Красавица ожидает насыщенный день. Организаторы конкурса решили устроить девушкам сюрприз – экскурсию в легендарный Несвиж. Это не просто путешествие. В одном из самых живописных мест нашей страны финалисткам предстоит самим выбрать победительницу в номинации «Мисс Дружба». Мне будет сложно сделать этот выбор. Да я уверена, любой из нас 30, будет сложно выбрать одну девушку, которая достойна этой номинации. Потому что за это время мы все очень сдружились. И сейчас мы как одна большая – дружная семья. Я знаю, за кого я проголосую. Этот человек стал для меня очень дорог. На протяжении подготовки к финалу мы очень сблизились. И она очень жизнерадостна и заражает своим весельем всех буквально. Но кто это будет, я вам не скажу. В этом году отбор 30 претенденток на главные титулы конкурса был особенно тщательным. Не только внешние данные, но и душевные качества. Ведь обладательницы главных титулов представят нашу страну на самых престижных мировых конкурсах. А мы, белорусы, ширые люди. Искренность и открытость – часть нашей национальной идентичности и особенность национальной красоты. Кого же из участниц девушки считают самой верной подругой, узнаем 4 мая на гранд-финале конкурса «Мисс Беларусь-2018» в Минском дворце спорта. Кстати, до 4 мая и зрители телеканала ОНТ могут голосовать за своих любимых участниц в номинации «Мисс зрительских симпатий» на сайте ont.by.